получением робуксов. Просто в прошлый раз мне написала, ваш телефон выключится через 30 секунд. Мне было просто мало процентов из-за этого, просто вот. Телефон не выключился. Я успел поставить на зарядку, но когда я его поставил на зарядку, он просто сам выключился. Но не до конца, вот так вот прям выключился. Просто экран потемнел. Почему здесь такое странное хождение? Вот посмотрите, вот я вот на телефоне, посмотрите. С компьютера я знаю, что там снимать видео легче, потому что нету вот этой штучки. Когда я пытался, кстати, снять видео с камерой, мне видно было пальцы, пальцы везде, все лицо. Все лицо мне закрывали пальцы. Вот. Поэтому мне удобнее так. С компьютера лучше снимать. Если я буду снимать с компьютера, папе нужно Roblox переустановить. Он все не хочет, не хочет. Ему все лень и лень. Ладно, ребята. Сейчас будет ускорение видео, если получится это делать. Да, ребята, все. Повторите, сколько мне там надо? 5000. За что? И да, все, 6000. Теперь можем идти туда. Меня пропустят, все. А, так они еще монеты отнимают. Так бы сразу бы и сказали. Ладно. Будем забираться, и что там обещали, что 4 робукса. Ну долго еще забираться. Долго. Я попытаюсь ускорить видео.
Долго еще. Как зря монеты потратил, наверное. Много еще, ребят. Наконец-то бесплатный робакс. Ой. Фух. Наконец-то. После того, как накопила свои... Так, ладно, давайте уже смотреть инструкцию и запоминать. Так. Так, обязательно перейдите в группе. Миша, вниз, группа. Хорошо, давайте сейчас посмотрим. Так. А где с... А, вот. Так.
Пролистайте вниз. Вот. Чтобы я мог выдать робокс после того, как зашел. Ага. Все. Я мог выдать вам робокс после того, как зашел в группу. Надо подождать 7 дней, чтобы ты в ней находился, и я смог выдать робокс. Группу скоро пополню. Ну хорошо. Так. И сюда. Все, типа, да. Теперь еще раз давай посмотрим инструкцию, скажем, что я сделал. Так. Я проходил паркур и получил монеты. Я вступил в группу. Я зашел в группу, вступил. Подожди. Жалко, что тут шифта нету. Обязательно перейдите в профиль разработчика и вступите в группу, чтобы мы могли выдать робоксы. Пролистай вниз, и там будет группа. Вот я нашел. Группа, через которую я выдаю робоксы. После всего этого, когда я накопил робокс, встань в этот элементный круг, чтобы я увидел вывод и дал робокс. Пожалуйста, будет теперь. Я не могу выдать каждому робокса моментально. Ментально. Робокс прохожу. Ага. Угу. Сейчас я еще раз зайду в группу и напишу. Жду свои 8 робоксов в день первый. Как здесь написать как бы комментарий. Напишу, отправлю сообщение своим подписчикам. Я могу как-то написать, да? А, вот комментарий. Жду 8 РБ. Жду 8 робоксов. День первый.
Это может повлиять? Перезагрузим. Ладно, ребят, буду ждать 7 дней. 7 дней либо 14. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока-пока. Я буду проверять, скоро выйдет видео, как сработало это или нет.